обучающие программы и борьба с подростковой преступностью. В Пушкине на ежегодном педсовете обсудили подготовку к учебному году. Во многих школах и детских садах были созданы рабочие группы. Результатом их деятельности стали обучающие программы. Их задача – всесторонне развить школьника и подготовить его к будущему выбору профессии. Особое внимание, как и прежде, будут уделять нравственному воспитанию детей. Сегодня Пушкинский район в Санкт-Петербурге – это район, где совершено подростками, чаще не образовательных учреждений, самое меньшее количество правонарушений. На прошедших экзаменах выпускники Пушкинского района отлично себя показали. Учителя не намерены снижать планку. По их словам, в районе для этого создаются все необходимые условия. Так, недавно была открыта 93-я школа в Шушарах. Реконструируют старые здания, а также открывают дополнительные дошкольные отделения.